Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. 19:00 по московскому времени, и мы начинаем наш 17-й день онлайн-марафона творчества «Рукоделие нон-стоп. Новогодние традиции». И я прошу вас написать в чате «Хорошо видно, хорошо слышно», если у вас на экранах появилась моя презентация, и вы слышите мой голос. И пока я жду ваших ответов, я напомню вам наши правила. Их у нас всего два. И первое гласит о том, что картинки и сторонние ссылки мы с вами в чат не бросаем. Для того, чтобы не утяжелять нашу комнату и для того, чтобы все участницы, даже те, у кого не очень хороший интернет, могли находиться с нами в прямом эфире и их из комнаты не выбрасывало. И второе наше правило – замечания мы пишем корректно. Мы очень любим, когда у нас дружный чат, когда вы пишете какие-то комментарии в нашем чате, задаете вопросы нашим мастерам. Единственное, о чем мы просим, чтобы, если у вас есть какие-то критические замечания к мастеру или к организаторам, пожалуйста, пусть ваша критика будет конструктивной. Несколько слов о том, как проходит наше мероприятие. Да, я вижу, спасибо огромное, вижу ваши комментарии в чате о том, что видно и слышно хорошо, и это всегда нас очень радует, потому что, сами понимаете, техническая сторона организации – это не всегда вещь, зависящая от нас, и поэтому немножко мы всегда волнуемся именно по этому поводу. Итак, что же у нас по организации? Всю информацию о нашем марафоне вы получаете в рассылках. Вам приходит два письма в день. Первое письмо приходит к вам в 9:00 по московскому времени, и в этом письме собрана вся полезная информация о текущем дне конференции. В том числе в этом же письме вы получаете ссылку на выступление предыдущего мастера, а также ссылки на предложения тех мастеров, которые уже на нашей конференции выступили. Поэтому, если вдруг вы что-то пропустили, чье-то выступление, или не успели заказать мастер-класс, который вам понравился, то, пожалуйста, не переживайте, открывайте самое последнее письмо, которое пришло к вам в 9:00 по московскому времени, и в конце этого письма вы всегда найдете ссылки. Ссылки кликабельны, предложения еще действительны, поэтому не переживайте, вы еще никуда не опоздали. Второе письмо вы получаете в 18:40 по московскому времени, практически перед самым началом нашей трансляции. И в этом письме уже коротко написано о том, кто выступает, с какой темой выступает, какие материалы нужно подготовить для практического мастер-класса и ссылка на вход в вебинарную комнату. Если же всю эту информацию вам удобнее получать в социальной сети ВКонтакте, то специально для этого мы создали группу нашего мероприятия. Прямо сейчас, не выходя из комнаты, вы можете проверить, являетесь ли вы ее участником, и если нет, то вступить в эту группу. Посмотрите, пожалуйста, как это можно сделать. Вот сейчас на слайде вы видите примерно то же, что происходит у вас на экране. То есть у нас с вами есть окно видео, под этим окном три баннера, и если вы спуститесь чуть ниже по страничке, то вы увидите баннер нашей группы. Если вы еще не являетесь ее участником, то под всеми фотографиями вы увидите надпись «Точно пойду», смело нажимайте на эту надпись, и вы автоматически станете участником нашей группы и, соответственно, сможете получать всю интересующую вас информацию непосредственно из нее. Встречаемся мы с вами по будням. На этой неделе у нас с вами понедельник, вторник, среда, четверг. Запись мастеров мы оставляем в открытом доступе до 18:00 по московскому времени следующего дня. То есть сегодняшнее выступление вы сможете посмотреть завтра до 18:00 по московскому времени. Пройти можно будет по той же ссылке, которая сегодня действует на прямой эфир. Ну и еще раз вам напоминаю о том, что все наши уважаемые мастера в конце своих выступлений предлагают авторские курсы. Как всегда на марафоне действуют самые лучшие цены, самые хорошие скидки, поэтому, пожалуйста, не упускайте возможность заказывать мастер-классы и учиться у профессионалов. И несколько слов о технических моментах. Мы рекомендуем смотреть нашу трансляцию в браузерах Google Chrome или Mozilla, потому что именно эти два браузера максимально хорошо поддерживают комнату трансляции, и с ними обычно не возникает никаких проблем. Задержка звука у нас с вами от 30 секунд до 2 минут.
И это я прошу вас учитывать, когда вы задаете свои вопросы мастерам, потому что, согласитесь, 2 минуты – достаточно большой срок, за который мастер по своему материалу может идти достаточно далеко, и когда он через 2 минуты получает коротенькое сообщение, короткий вопрос, не всегда понятно, к какому месту мастер-класса этот вопрос относится, и вообще порой приходится догадываться, на какой же вопрос вы хотите получить ответ. Поэтому давайте экономить силы и время наших мастеров, задавать свои вопросы как можно более подробно, для того, чтобы мастера могли быстро и четко на них отвечать. Если вдруг у вас нет звука, видео или пропало и то, и другое, то наша с вами клавиша спасения F5. Нажимаем F5, страничка у нас перезагружается, и обычно все проблемы решаются. Если же вы нажали F5, страничка у вас обновилась, а проблема не решилась, пожалуйста, сразу же смотрите в чат. Если в чате другие участницы не пишут о том, что у них есть аналогичные проблемы, то вам нужно понимать, что проблема у вас локальная. То есть, к сожалению, с такой проблемой столкнулись только вы. Что в этом случае нужно сделать? У вас есть 2 варианта. Либо по той же ссылочке, которую вы получили в письме на прямой эфир, перейти, но через другой браузер, либо, если по какой-то причине это невозможно, пожалуйста, полностью перезагрузите свой компьютер. Потому что, скорее всего, у вас полетели какие-то настройки, и перезагрузка компьютера поможет вам все вернуть на место. Если же мы в чате увидим, что очень многие участницы пишут о том, что есть какие-то проблемы со звуком или с видео, то тоже, пожалуйста, не переживайте, потому что нам потребуется буквально 2-3 минутки для того, чтобы перейти в другую комнату и продолжить нашу трансляцию. Если вам не хватает того размера окна видео, которое есть сейчас у нас в вебинарной комнате, то вы можете очень легко сделать его больше. Для этого вам потребуются 2 кнопки на клавиатуре Ctrl и плюс. При этом Ctrl вы должны нажать и держать, а плюсик нажать столько раз, пока размер окна видео не станет таким, чтобы вам было удобно смотреть. При таком увеличении у вас и окно видео станет комфортного для вас размера, и чат останется на этой же страничке, то есть вы сможете оставлять в нем какие-то свои комментарии или смотреть то, что пишут в нем другие участницы. Если же вы захотите вернуть размер окна видео обратно, то делайте все то же самое, только вместо плюсика нажимаете минус. Если у вас сейчас плохая картинка, то есть вы смотрите на экран и видите, что картинка у вас мутная, в этом случае с самого начала нужно отрегулировать качество видео на своем компьютере. Посмотрите, пожалуйста, как это можно сделать. Вот сейчас на слайде вы видите окно видео. В правом нижнем углу шестереночка. Вам нужно на нее нажать и таким образом войти в настройки. После этого вам нужно открыть вкладку «Качество». И после этого вы увидите вот такой вот вертикальный цифр, ряд цифр, где вы можете выбрать что-то одно. Если вы знаете, что у вас хороший высокоскоростной интернет, то вы можете выбирать 720, то есть смотреть нашу трансляцию в самом высоком HD-качестве. Если же вы не совсем уверены в скорости и качестве своего интернета, то, пожалуйста, лучше выберите 480 или 360. Качество картинки незначительно уменьшится, но все равно вы сможете видеть все, даже какие-то мелкие детали, и вместе с мастером выполнять ту работу, которую вам предлагают. Если, даже выбрав 360, вы замечаете, что у вас картинка дискретная, или она у вас прерывается, или вы замечаете, что у вас звук и видео очень сильно не совпадают, или, что еще хуже, вы видите просто черный экран, на котором вертится в серединке беленький кружочек, то это означает, что, к сожалению, в данный момент скорость вашего интернета не позволяет смотреть нашу трансляцию в прямом эфире. Поэтому, если у вас случилась именно такая ситуация, пожалуйста, не переживайте, не старайтесь посмотреть нашу трансляцию в прямом эфире. Пожалуйста, дождитесь, когда мы закончим. Буквально через 5-10 минут после окончания прямого эфира мы выкладываем запись. Запись всегда идет в самом высоком качестве, который на момент трансляции позволял нам канал YouTube, потому что вещаем мы через него.
И я напоминаю вам, что у вас будет практически еще целые сутки для того, чтобы посмотреть выступление мастера в записи. Ну и последний технический момент для тех, кто опаздывает. Если вы опоздали, но хотите смотреть нашу трансляцию в реальном времени, то есть присоединиться именно к прямому эфиру, вам нужно переместить бегунок вправо до конца. Посмотрите, пожалуйста, как это сделать. Сейчас на экране у вас снова слайд, на котором примерно та же картинка, что и на экране. То есть у нас с вами есть окно видео, внизу красная полоса, которая заканчивается красной большой точкой. Вот эта красная точка называется бегунок. И если вы кликните левой кнопкой мыши по этой точке, зажмете левую кнопку мыши и поведете мышкой вправо до упора, то как раз вы и присоединитесь именно к прямому эфиру. Поэтому, когда вы опаздываете, пожалуйста, сами выбирайте тот вариант просмотра, который вам нравится. Первый вариант – это вы присоединяетесь к прямому эфиру, досматриваете его до конца, а потом возвращаетесь и смотрите то начало, на которое вы опоздали. Либо второй вариант – вы смотрите в своем режиме от начала и до конца. Единственное, о чем вы должны помнить, что при таком варианте просмотра все, что вы пишете в чате, какие-то ваши вопросы – ответы на вопросы мастера или какие-то комментарии по ходу его работы, мы видим в чате не в попад. То есть в данный момент, когда вы пишете, мы уже находимся далеко впереди. Но, опять же, это не настолько критично, поэтому, пожалуйста, выбирайте тот вариант, который удобен именно вам. Ну что ж, все организационные вопросы и вопросы по техническим моментам мы с вами рассмотрели. И я готова представить вам нашего сегодняшнего мастера Елену Мирсанову. И я уверена, что многие из вас очень хорошо уже с ней знакомы, потому что Елену мы стараемся приглашать на все наши мероприятия. И на этом марафоне она у нас выступает уже второй раз. Первый раз она выступала с темой по силикону. И сегодня мы с вами встречаемся по теме Фоамирана. И действительно, буквально несколько слов про Елену вам скажу, только для тех, кто сегодня присоединился в первый раз и, возможно, еще не знает о ней практически ничего. Итак, Елена – мастер по изготовлению флористики, и не только флористики, из фоамирана и силикона, а также она делает различные украшения из бересты. Рукоделие затянуло Елену полностью, занимается она им практически 24 часа в сутки, даже во сне, потому что муза Елены не дремлет и постоянно подкидывает ей какие-то интересные идеи, которыми она с удовольствием делится с другими и, в частности, выступает на рукодельных конференциях и рассказывает и показывает все очень подробно всем тем, кто интересуется темой фоамирана и силикона. Сегодня у нас с вами интересная тема. Мы будем делать мышку, которую можно будет использовать абсолютно в разных случаях. Можно и просто как игрушку, и как елочную игрушку, и как брелок. И я думаю, что вы найдете ей еще множество применений. Поэтому не буду затягивать время. Приглашаю Елену в прямой эфир. Елена, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы вас очень ждем. Так, я подключилась. Так, девочки, слышно, видно меня? Так, вопрос по поводу выкройки. Выкроек нет и не будет. Все делать будем в эфире. Ну, вот я себя вижу уже. Так, мышку показать тоже не могу. Ее уже нету. Мой Микки уехал в город Чехов. Его уже купили. Так что вживую никак, вот только на фотографии можно теперь его увидеть. Вышла с почты и такая, и говорю, все, нету моей мыши. Самой он очень нравился. А, кстати, по поводу того, что даже во сне, вот как раз именно вот эта мышка мне под утро приснилась. Так что это точно. Как у меня говорит мама, ты как Менделеев, тебе даже во сне снится. Так, вижу, что народу очень много, правда, тут не видно количество, но судя по комментариям в чате, что очень-очень много. И знаете что, хотелось бы узнать, кто-нибудь есть, кто не был ни разу на моих вебинарах. Поставьте, пожалуйста, нолик,
в чат. Очень интересно. Так. Или все уже абсолютно меня знают. Так, себя я показывать не буду. Кому, если интересно, можете мое лицо посмотреть на Ютубе. Я специально себя засняла, там два небольших ролика есть, и в том числе и мою кошку Мусю тоже засняла, чтобы не спрашивали, как и кто выглядит. Вот, можете там посмотреть. Так, ну что-то я... О, нет, вот видите, нолики пошли. Ага, два нолика уже точно есть. Третий нолик. Вот видите, есть все-таки люди, которые меня не знают. Четвертый нолик. Вот, так. Ну что, так, я пока включу горячий пистолет. Девочки, кто будет делать со мной, тоже включаем, чтобы он у нас нагрелся. Кстати, в материалах было заявлено, что нужен зефирный фоамиран. Если, девочки, у вас нету зефирного фоамирана, можно использовать любой другой. Я покажу просто, чем отличаются. Там совсем чуть-чуть отличаться будет. Буквально вот как ушки делать. Потому что вот, допустим, вот у меня серый зефирный фоамиран, он очень в этот раз попался мне толстый. И вот, если честно, он практически не тянется. Можно сказать, что он как иранский. Но цвет обалденный зато. Так что можете использовать любой. А ушки просто придется не, как мы обычно приклеиваем зефирку с помощью утюга, можно будет просто проклеить клеем. Секунду. Вот все, и ушки сделать по-другому. Да, видели Муську. Вот, да, вот сняла ее тоже. Так. Ну, для тех можно белый затонировать. Ну да, можно и белый затонировать. Даже будет, наверное, интереснее, потому что можно, кстати, делать вот так, поцарапать его и затонировать, и получится, как будто шерстка у мышки есть. Тоже можно. Сегодня я буду делать, ну, хочу сделать мышку с книжкой у меня будет. Вот для этого я приготовила кусочек пенопласта. Вырезала. Вот если кто будет делать, можете быстренько заготовить. Это у меня пенопласт от какой-то техники, я уже не помню какой. Вот я просто кусочек вот таким канцелярским ножом, самое главное, чтобы был острый нож. Я вот отрезала, толщина у меня такой вот. Можно 6-7 миллиметров, вполне достаточно будет. Вот такой кусочек я сделала, отрезала немножко побольше. Я потом его подрежу под мышку. Вот я отрезала 4,5 на почти на 4. Такой квадратик, прямоугольничек. Вот. Мышку мы будем делать небольшую. Та предыдущая у меня была всего 5 сантиметров. Я так думаю, достаточно. Можно, конечно, сделать и побольше. Зависит от внутренности. Размер получается от основы. Зефирка тонируется так же, как обычно, иранский фоам. Ну да. Единственное, кстати, я заметила, после обработки утюгом зефирка хуже тонируется, чем когда вот она еще не обработанная. Поэтому бывает, что вот тонируешь после обработки лепесточки, вот никак, вот не хочет, не пристает прям, особенно, да, масляная пастель. Так что нужно тонировать до лучше. Жаль, цветочка не будет. Нет, цветочек, он, в принципе, не подразумевался, что мы будем делать. Это просто у меня подруге попался цветочек, он свое... как говорится, срока ждал, когда из него что-то сделала, потому что я его сделала и не знала, куда его приспособить. Один, и второй неохота вроде было делать. Вот. Я все равно, я говорю, что мы будем, во-первых, девочки, делаем каждый свою мышку. Кто-то сделает девочку, кто-то сделает мальчика.
Тут вариантов вообще вот для этой мышки можно вообще целую серию сделать, потому что можно сделать, вот допустим, я сделаю сегодня с книжкой, и может потом приспособлю ему еще очки, будет такой умнюшкин у меня сегодня. Можно сделать с цветочками, можно сделать, допустим, кружевной передничек девочки с юбочкой. Вообще вариантов умотаться. Так. Да, Юлиана, да, зефирку лучше вообще дотонировать, потому что, особенно если сильно, да, можно с сыром, можно с сердечком. Кстати, мне девочки написали классная, говорит, тема для, вот, к 14 февраля именно потом делать с сердечками. Можно сердечко сделать, вернее, сыр в виде сердечка. Вообще много. Ну, сыр, кстати, классно из силикона делать. И проще, чем из помирана, но тоже можно. Так, для тех, кто меня еще не знает, я сейчас быстренько покажу презентацию. Как обычно, похвастаюсь. Так, ну вот давайте знакомиться, кто меня еще не знает. Меня зовут Елена Мирсанова, мне 40 лет, я живу в городе Сухой Лог. Это недалеко от Екатеринбурга, буквально 100 километров. Вот. У нас, кстати, небольшой город, где-то вместе, получается, с Сухоложским районом 50 тысяч человек, а город 30 тысяч. Так что небольшой такой городок. Вот я так пролистаю, особо сильно комментировать не буду. Так, если, может, где-нибудь задержусь. И как раз, кстати, покажу фотографию мышки, по типу которого мы будем делать сегодня очередную мышку. Мышка делается вообще очень-очень просто. Единственное, там вот небольшой такой нюансик, почему у этой мышки впереди был цветочек. Вот когда будем делать, поймете почему. Но зато это большой плюс для развития именно фантазии и чего-либо. Вариантов больше получается, чем просто вот голенькая мышка. Так, это вот все идут мои работы. Я очень много работаю с фоамираном, смешанной техники. Вот видите, тут с силиконом смешанная техника. Все никак руки не могут, не доходят. Мне уже давно платили заказ вот на целый куст земляники надо делать. Все никак не успеваю, все вебинары еще с этим лебедем сейчас. Вот лисички. Мы даже вот такой диванчик наделали на одном из вебинаров. Ну, конечно, далеко не все мои работы. Из бересты я вообще показала вот только один. И то это потому, что из самых последних было. Техника декупаж. И, кстати, у меня есть на YouTube бесплатный мастер-класс по вот этим как раз сережкам по декупажу. Можете посмотреть, если интересно. Вот, это мы вот такие вот дольки мандарина делали на прошлом вебинаре. Вернее, получилось, делали без меня. Увы, у меня были проблемы с интернетом, но вебинар сегодня состоялся. Мы вышли вместе с этой ситуацией, я засняла мастер-класс и Лариса его показала в прямом эфире. Ну, я так думаю, все удалось, потому что девочки отправляли мне фотографии. Вообще классные такие дольки получились. То я, кстати, веточку сосны буквально вот я на днях сделала. Вот это вот такого мышонка мы будем делать. Как видите, он у меня на ладошке. Видите, какой маленький совсем. Вот, будем вот такого вот. Кстати, не думайте, что у вас обязательно получится вот такой мечтательный вид. Не обязательно. Каждый раз все равно будут получаться абсолютно разные мышки.
Вот, вот такую розу. Кстати, роза сделана полностью Иран. Даже лепесточки вот все. На снегу вообще нравится. Вот единственная зима, чем мне нравится, на снегу классно фотографировать. Фотографии вообще обалденные получаются такие. Летом тоже классно. Ну вот видите, вот тут у меня фото на соседской машине. Зимой мне уже не нужно эксплуатировать соседскую машину. Можно пофотографировать просто в сугробе. Так что плюсы и минусы есть всегда. Ну, плюсов все равно всегда больше, чем минусов. Так, ну вот дальше пошли работы моих учениц. Я уже комментировать тоже не буду. Ну, роза, вот роза не по эвкалипт, и роза не по моему мастер-классу. Вот почему-то эвкалипт, но ну, вот не удается мне никак. Вот, не хочет он никак. Не любит он меня. Ну и ладно, не любит, значит, будем что-то другое делать. Вот смотрите, целый какой вот вообще вот. Целая ваза и что это, целая тарелка вкусняшек. Девочки, я так думаю, все узнают свои работы, кто присутствует. Тут кот или кошка шоколадные такие. На фоне. Хотя маленький никак не хуже. Ну, фон получился, я имею в виду, что вот оформление фотографии вообще классно. Вот это все работает. В основном многие используют смешанную технику, хотя это есть. Вот, допустим, вот этот вот, вот эта роза сделана по Снежной Королеве, но в той же технике все то же самое получилось, но получилась совершенно другая роза. Люблю, когда ученицы, кто-то переделывает по-своему, делают. Кто-то свое вносит, получается вообще такие обалденные, и частенько бывает даже меня переплевывают. Мне это еще более приятно, значит, я объяснила все ясно и понятно. Вот видите, какая вкусняшки такие. Прямо аж, ай, скорее бы зима закончилась, ягодки пошли. Ну, в принципе, время быстро летит, так что... Скоро уже Новый год. Сегодня, кстати, 13 число. Люблю 13 число, особенно 13 пятница. У меня как-то всегда счастливая. Хотя многие говорят, что чертова дюшина там несчастлива, не наоборот. Видите, даже бамбук как по-разному делают. Вроде один и тот же мастер-класс, а абсолютно девочки по-разному делают. Темно, вон, такая вот, вот эта тоже вот какая-то вкусняшка. Вот. А, так, ну все, это последняя работа. Я закрываю, возвращаюсь к вам. Так, все, я вернулась, похвасталась. Все. Какие планы на Новый год? Ну, я не знаю, в каком смысле планы, как отметить. А как обычно, мы с друзьями собираемся, мы сильно пить не пьем, играем в различные игры. Допустим, вот в прошлом году самая такая классная игра, мне понравилась, вроде бы ничего особенного, а живое-неживое. Уже вроде все взрослые люди, а прикольно, друг над другом посмеялись. И особо не пили, и в 6 часов только разошлись, и вообще классно. Когда я успеваю, ну вот, кстати, насчет успеваю, в последнее время муза у меня немножечко ушла в спячку. Ну, правда, вчера она тоже у меня идейку подкинула. Так что скоро опять будет новый мастер-класс. Так.
Так, следующая МК будет сыр. Блин, уже были икра, теперь сырок на очереди. Ну, сыр я из силикона я уже делала. Из фоамирана даже не знаю, стоит его делать или нет. Так. Ага, напоминаете. Елена, на позапрошлом вебинаре вы хотели нам что-то рассказать, или напомнить на следующем. А когда мы делали мандаринку, мы забыли. Только сейчас не могу вспомнить, что вы нам хотели рассказать. Я помню. Эта методика получается для тех, кто не знает, вернее, не может понять, чего он вообще в жизни хочет. Кто он такой, что он такое. Вот. Да, есть классная методика, вообще очень такая простая, но требует некоторых усилий от человека. Наверное, шов прикрыли цветочком. Да, Лилия, вот как раз получается из-за шовчика и приходится вот изощряться там на мышке делать что-то. Какой лебедь? Лебедь из фоамирана свадебный. Так. Да, вот Юлия еще, да, вот. Так. Ну, пистолет у меня еще немножко не нагрелся, еще чуть-чуть подождем. Книжку я пока не буду делать, пока я не сделаю самого мышонка. Так, девочки, будет кто-нибудь? Ну, вообще-то можно даже не спрашивать, будут, не будут. Я знаю, что будете. Вот, на прошлом вебинаре как-то по мандаринкам все делали после. С филонинили, можно сказать. А в этот раз нет. Итак, девочки, для тех, кто не может себя найти, просто-напросто берем тетрадку. Ну, лучше, конечно, толстенькую брать. Заводим. Нужно обязательно писать каждый день вечером перед сном. Если вдруг пропустили какой-то день, то на следующий день, получается, не пишем за прошлый день, потому что это уже другое. Ну, пропустили, ничего страшного. И пишем. Первой строчкой пишем дату. Ну, вот, допустим, начали вы с сегодняшнего дня. Пишем 13 декабря. Следующую строчку пишем самое значимое событие на сегодняшний день. Поэтому пишем вечером. Самое значимое событие. Причем всего одно обязательно. Два нельзя писать, только одно. И третья строчка получается, почему это значимое событие, почему это событие стало значимым. Например, 13 декабря я помыла посуду, ну, для меня, допустим, очень значимое событие, и в конце пишем, почему. Я пишу, потому что я лентяйка. Вот и все. На следующий день получается, допустим, 14 декабря. Допустим, на завтра у меня запланирован мастер-класс, но не факт, что это будет самым значимым событием. Ну, для примера пишу, сняла мастер-класс. Почему для меня значимое событие? Ура, проснулась моя муза. Вот. И таким образом пишем как можно чаще. В конце месяца подводим итог, выписываем самое значимое событие месяца и также внизу пишем, почему это событие самое значимое. И таким образом, вот, вроде бы немножко, да, писать, не нужно расписывать там много, буквально в двух, трех, там, ну, пяти словах, не больше, не нужно там прям целый дневник вести, вот. И получается, чем чаще вы это записываете, прочитываете в конце месяца, ага, все это прочитали, вы, получается, как бы на себя начинаете смотреть со стороны. Потому что вот в тот день, когда вы писали, ваши эмоции как раз вот вы наполнены этими эмоциями, и вы пишете именно то, что значимо для вас именно сегодня. Если вы будете писать, допустим, задним числом, эмоции будут уже не те, и, скорее всего, даже событие будет уже, скорее всего, даже не то. Поэтому нельзя писать задним числом ни в коем случае. И пишем так до тех пор, заполняем, пока до нас не дойдет, что мы и кто мы. Работает вообще на ура, классно. Вот, попробуйте. Так, все, я
лекцию прочитала, можем заниматься мышонком. Так, ну вот у меня тут так, чтобы было попонятнее. Сейчас я вот этот кусочек отрежу. Куда-нибудь еще потом пригодится. Так, сейчас я буду вспоминать, какого я примерно размера делала в прошлый раз. Сейчас я... Подождите, пока сделаю. Так, Светлана, 13-го у меня день рождения. Да вообще, вот, если честно, мне кажется, числа значения особых не имеет. Так, 24 сантиметра, тут 29. Ширину. Так, сейчас я его сомну и скажу, хватит, не хватит, причем нужно сгибать таким образом, чтобы у нас нормально будет как раз. 24, можете 24, 25, 23, вот так вот туда-сюда немножко, потому что мы сейчас его хорошенечко сомнем. Нам нужно сделать каплю. Каплю, ну, с таким вот, да, вот этот раз вообще-то немножко, наверное, побольше мыши у меня получится. Может, и нет. Честно, уже давненько делала. Память дырявая. Забываю. Сейчас забываю, что и как я делала. Вот, делаем вот такую вот длинную-длинную каплю. С острым таким носиком. Да, немножко все-таки, чуть-чуть, наверное, будет он у меня побольше. В смысле, в толщину потолще будет. Ну, пускай будет потолще. Так. Ага, ну хорошо, что пригодится за тренинг. Просто я очень люблю заниматься психологией, сама обучаюсь этому, вот. Очень нравится вообще эти всякие такие приколюшки. Так, и теперь попку делаем тоже, чтобы была такая кругленькая. Чтобы такая была хорошая прям попка. Она и действительно у нас будет попкой. Ровненькую. Причем делаем хорошенько, хорошенько, прям придавливаем. Нам нужно, чтобы у нас вот эта заготовка получилась очень крепкая. Если хотите, хотя нет, из пенопласта, кстати, не получится. Почему? Сейчас поймете. Мы сейчас вот тут будем загибать. Из пенопласта так не получится, если только склеить. Вот, да, из пенопласта. Только подумала об этом, уже вопрос написали. Пенопластовыми яйцами заменить. Мне кажется, лучше нет. Лучше делать вот прям цельные из фольги. Почему? Сейчас покажу. Вот мы сделали вот такой вот такую заготовочку. Она у меня получилась 4,5 длиной. И в самом толстом месте где-то 1,8. 8. Прям потуже его закатываем, чтобы она была прям вот вообще монолитом. Еще про события писать можно любые, даже грустные. Например, мне сделали операцию. Любое событие, которое оказалось для вас значимым именно. Именно вот. Муся, иди сюда. Залезла тут рядом со мной на полку, ушившись. Проверяли сейчас, блин. Ой. Ты помощница, иди спать ложись. Иди спать ложись. Иди спать. Что-нибудь еще пороняет. Какого размера, я уже сказала, получилось 4,5 на толстом месте 1,8. Так, ну вот я помяла. Теперь нам нужно загнуть. Немножко, конечно, сложновато сгибать, потому что мы его хорошенечко так покатали. Но можно. Вот. Сильно далеко загибать не нужно. Не надо.
Вот. Буквально я загнула. Тут получается чуть больше полтора, ну, полтора сантиметра вот даже. 1,6 где-то. Все, вот это мы загнули. Это у нас будет мордочка. Вот это. Все, у нас вот эта основа под игрушку нашу. Помощница ждет игрушку или ужин. Нет, ужин она уже поела, а вот игрушку вполне может. Все нам нужно убирать, иначе все съедим. Все изгрызем. Вот, все. Заготовочка получилась. Видите, какой? В принципе, легко и просто. Вот тут как раз получается у меня... Я делала от предыдущей мыши. Видите, кусочек какой всего нам понадобится померана. Так. Повторюсь, что без разницы, какой фоамиран будет. Сейчас у вас зефирный или нет. Так. Прикладываем его таким образом. Так, смотрим, чтобы у нас прям вот обхватился фоамиран полностью. И был еще с небольшим запасиком. Нам было удобно обкатывать. Вот. Ну, мышка может стать игрушкой ужина. Но вот все равно стараюсь ей не давать, потому что все равно боюсь за ее пищеварение. Она и так у меня то силикон съест, то еще что-нибудь. Как-то все равно жалко, если будет, ну, как это называется, взгляд на мышку рублей 5. Ну вот смотря, что вы тут сделаете. Ну не 5 уж, конечно. Ну вот я мышку, допустим, продала за 300 рублей. Того, которого я сделала. Там все-таки цветочек. Тоже, кстати, из зефирки был. Вот получается, вот я тут наметила. Что-то как-то, мне кажется, маловато, лучше немножечко приписку побольше ставить. Вот, все, положила, придерживаю. Сначала приклеиваем на головке. Тут я использую горячий клей. Нам секунды нужно будет, но совсем-совсем чуть-чуть. Так. Вот тут у меня уже все подклеилось. Немножечко подклеим. Вот тут сбоку. Причем подклеиваем сразу немножечко, как бы натяжку делаем. Я говорю, повторюсь, что у меня зефирка, но такая зефирка, что одно название, что он зефирный. Он, кстати, обрабатывается утюгом очень тяжело, такой же толстый остается, его гладишь, гладишь, и все равно вот он толстый. Но в то же время иногда можно это и в плюс. Ну, кстати, как раз вот по поводу вот такого толстого фоамирана, недавно вышел опять на ютубе, тоже есть бесплатный мастер-класс, я думаю, много девочек уже увидели, как листики делать, как раз из толстого. Так. Ну, в принципе, я вот сейчас вот его закрепила. Смотрю, сколько докуда, чтобы все-таки на большом листе не очень удобно. Нужно отрезать. Так. И теперь будем... Так, тут вот у меня серединка склеилась. Мне это не нужно пока. Так, сейчас сначала нужно подклеить. Теперь вот мы, получается, мы спинку и головку уже подклеили. Так вот, для обтяжки просто тут немножко бывает это. Не очень нравится мне, но цвет зато нравится. Так, подклеиваем. Вот тут. Сейчас тут попку будем немножко поэтапно клеить. Нам нужно, чтобы на попке у нас было как можно меньше кладочек. Вот прям подклеиваем, прям вот так вот подтягиваем.
пальчиками прям так затираем. Потому что тут будет немножко сложновато прикрыть. Ну, если уж небольшие у вас складочки получились, пускай будут, потому что все-таки мышка не обязательно, не должен же он быть прям идеально такой вот лысый без складочек. Что если где-то получилось. Просто вот сама попка, видите, как получилась она у меня такая, вот прям без складочек. Попка все равно должна быть такая попка, красивее. Вот она голенькая, и ничего там на ней нет. Продолжаем подтягивать. Ну, вот самое главное, мы подтянули. Видите, получается, вот тут у нас уже пойдут лапки. Тут, если небольшие складочки будут, ничего страшного. Так, она тоже склеилась. Ненужная. Вернее, не нужно. Там, где не нужно, склеилась. Так, вот тут теперь сейчас подтянем еще, вот получается, голова у нас. И тут, чтобы тоже особо этой складочки не было. Чем хорошо еще горячий клей? Как раз мы, когда горячий клей делаем, вот за счет именно клея у нас, вот видите, я подтянула, у меня нету складочки никакой. Так, только смотрим, чтобы у нас складочка была где-нибудь посередине, не переборщить. И то же самое делаем на другой стороне. Так. По сути, все получается, голову я практически сделала. По-любому получится все равно не такой мышка, как получился тот. Я буду делать точно так же. И теперь потихонечку подтягиваем в серединку. Единственный плюс эфирного фоамирана, можно тоже зажигалкой подогреть и складочки как раз убрать. Другим, конечно, фоамираном так не прокатится. Так. Обычная складочка получилась. Сейчас мы ее с помощью клея как раз уберем. Самое главное, чтобы не порвалось. Да, вот поэтому, может, толстый даже иногда и хорошо. Он меньше все-таки рвется. Ну, вот сейчас, сегодня, получится, я делаю вторую игрушку в своей жизни из фоамирана, так что, может, где-то я немножко не так говорю, но показываю, как делала я. Так, опа, видите, у меня порвалось немножко. Ничего страшного. Вот как раз сильно потянула горячий клей. Накосячила. Ладно. Ничего страшного. Мы как раз книжку туда, в эту сторону, больше, наверное, загнем. Жалко, конечно. Так, и теперь вот у меня осталось небольшое пространство. Я его сейчас посередине прям клей делаю и дотягиваю до серединки, чтобы не было. Сейчас он у меня похож на новорожденного мышонка. Такой же лысенький, такой же это. С бороздочками. Кожа морщинистый. Так. Ну вот чуть-чуть. Вот тут еще осталось. Что оторвется еще. Зараза такая. Не хочет никак. Так, ну все, примерно я сделала. Сейчас я тут пообрезаю серединку. Немножко с припуском обрежу, лучше потом еще доподрезать.
Вот, ну, по сути, пока получился вот такой уродец. Так. Так, вот носик я длинновато отрезала. Ну, сначала нужно его немножечко подклеить. Так, я, наверное, раз у меня зефирка, я использую это свойство. Подогрею и просто вот склею так ручками. Так. И тут чуть-чуть что-то получается. Многовато отрезала. Ой, вернее, маловато. Сейчас с помощью зажигалки выравниваю все вот эти вот косячки. Ну, чтобы поменьше все-таки было вот этого всего. Лишнего. Так. Угу. Нормально тут все закроется. Будет хорошо. Так, вот тут только все. Отрежу. Кого-то оставила. Очень хорошо. Так. Да, вот на клее обычно рвется. Когда. Ну, вот я таким натягиваем редко занимаюсь. Ну, бывает. Не только с этой косячью. Так. Ну, тут немножечко складочка осталась. В принципе, можно было ее даже не приглаживать. Пускай получается, как будто бы тут вот ножка, сгиб ножки. Так что вот, если вот тут вот получается вот где-то складочки вот тут по бокам, пускай будут этот сгиб у самой ножки. Так, все, заготовку мы сделаем. Теперь нам нужно сделать, вот видите, получается вот тут внизу, видите, как некрасиво, вот это вот такое торчит. Но нам все равно же нужен ротик. И мы этим воспользуемся и сделаем как раз в этом месте ротик. Для этого берем кусочек того же фоамирана серенького. Так. Примерно отмеряем, сколько нам нужно будет. Немножко с запасиком, чтобы у нас ротик пошел вот прям на шейку. Сюда вниз, как раз вот тут вот, чтобы закрылась вот эта неровность. Так. И примерно на глаз вырезаем вот такую вот детальку. Так. Немножко смотрим, примеряем, широковато или нет. Сильно выделялось нам не нужно. Ну и учитывайте то, что мы сейчас немножечко зажигалкой еще тут по краям обработаем, но чуть-чуть все-таки поменьше станет. Вот. Тут чуть-чуть совсем срезать все-таки надо. Так. Девочки, видно? Можно окрай утюга это делать. Но у меня вот зефирка, я поэтому окрай утюга не делаю. Если будет другой, то да, да, можно. Просто немножко обработать края, чтобы они не были вот прям, видно, что они срезанные. Так, и низ я чуть-чуть вот так закруглю, чтобы было посимпатичнее все-таки, чтобы был более плавный такой переходик вниз. Вот. Это, вернее, даже не мышонок, это скорее крысенок. Многие сказали, что похоже на из мультика Рататуй. Так, и немножко наносим клей.
подклеиваем вот сюда, прямо на шейку. Так, и вот я сейчас чуть-чуть поплавливаю и прям пальчиками прижму, чтобы был ротик такой потоньше. Все, у меня получилась вот эта складочка вся, вот это закрылось. И видите, получился как будто вот тут вот ротик, даже можно чуть-чуть краешек, даже вот это двинуть. Тут немножко у меня недоподклеено. Но, если честно, вот тут лучше подклеивать все-таки секундным клеем, потому что тут очень маленькие такие местечки. Так. Ага, сильно мельтешу. Хорошо, постараюсь помедленнее. Просто бывает иногда нужно побыстрее. Схватилось, чтобы. Так, ну вот. Получается, вот я небольшую детальку, такую наклепочку, заплатку сделала. Вот. И у нас получился заодно ротик. А, кстати, девочки, я опять забыла сказать. Самый активный участник в чате получит от меня приз на любой из моих мастер-классов. Вот. Так что чуть не забыла опять. Так, теперь дальше делаем там. В чем особенность зефирки, как вы говорите? В чем особенность? Самое главное, вот то, что она истончается по-другому. И самое главное, что ее можно склеивать без использования клея. Мне вот это больше нравится. Так, ну вот. Саму детальку мышкой мы, в принципе, сделали. Вот как раз я тут сделаю. Да, вот у меня будет. Вырежу книжечку еще. Так, теперь будем делать ушки и носик. Так, делаем носик. Совсем малюсенький кусочек фольги берем. Сейчас я скажу, сколько это. Вот сейчас, да, он на крота похож. Можно, кстати, вот видите, крота уже делать на этой основе. Просто, насколько помню, у крота ушки маленькие, что ли, что-то там, чем они отличаются, не знаю. Так, 2 на 2 сантиметра получилось кусочек фольги. И делаем из него маленький комочек. Наташа, у меня мышонок сиреневого цвета и пока похож на бегемотика. Тоже классно, зато у вас будет свой. Вот это, кстати, розовая зефирка у меня попалась отличная, она тоненькая. Поэтому вот с ней, наоборот, как раз нужно поосторожнее быть. Берем наш шарик и закатываем. Фон у меня совсем тоненький, мне даже крутить не нужно. Если возьмете другой незефирный фоамирам, то немножко вот нужно покрутить, истончить чуть-чуть только. Так, раскрываем. И вот тут чуть-чуть добавляем клея. Ну вот сейчас как раз начинаем подкручивать. Я вот прям даже ногтями у основания нажимаю, чтобы было потоньше. У меня носик получился по без складочек. Но если даже немножко складочки будет, тоже ничего страшненького. Идеального. Вот как раз у мыши точно ничего нет. Вот, получился совсем малюсенький. Но я его сейчас буду уже приклеивать не на горячий клей. Так, тут я делаю поровнее, немножечко срезаю чуть-чуть, чтобы площадочка была. Так.
Животик можно розовый. Кстати, да, можно розовый животик вот просто вырезать и закрыть это. И все. Что тебе кимотика, да, можно делать, только мордочку делать тогда. О, вот видите, сколько сразу вариантов. Можно сделать не остреньким, да, допустим, а более закругленным. Также загибаем, и можно сделать бегемотика. Пингвина можно делать. Вот видите, сколько вариантов. На основе вот одной вот такой фигушки. Так. Беру секундный клей. Переборщила. И приклеиваем тем местом, где у меня... Где у меня срез был? Где я срезала? Вот этим местом. Немножко переборщила с клеем. Из-за этого придется сейчас подождать, пока он остынет. Или пальцы приклеить. Вот пальцы уже приклеились. Ой-ой. Какой сегодня вредный у меня мышонок. Никак не хочет. Не хочет он нос себе. Хочет без носа, видимо, быть. Прям никак не хочет нос приклеить, а? Что такое? Так, сейчас я тогда... прямо кусочек фольги. Сейчас тогда будем использовать зубочистку. Раз, вредничает. Ну что ж ты... Видите, даже зубочистки противятся. Не хотят вылазить. Что у меня мышонок без носа сегодня хочет быть? Что какой? Ёжика, да, ёжика можно делать. Вариантов вообще уйма, уйма. Так, зубочисткой подклеиваю нужно. Там переборщила. Слишком много тоже нехорошо. Да что ж ты он такой вреден-то? Вроде обычная зефирка. Вот. Но секундный клей очень хорошо клеится. Сегодня у меня почему-то уже весь нос бедный ему измазала уже этим клеем. Не хочет никак. Так, ладно, ждем тогда. Прижму, ждем. Не пробуем носик делать из капельки горячего клея. Нет, не пробуем. В принципе, можно, да? Просто я хочу, чтобы у меня в одном тоне был и носик, и ушки. Бедный нос. Вторник, 13 число. Да нет, просто я говорю, что просто... Так, вроде все приклеилось. Так, я сейчас немножечко основание на всякий случай смажу. У меня он не завредничал и без носа не остался. Так. Вот. Нос есть. Вот сейчас, кстати, ушки сделаем, и уже будет на муж похож. Так. Теперь делаем ушки. Берем кусочек. Ну, вот я тут как раз буду по старому шаблончику, который я делала на тот. Кстати, даже там остались еще. Отрезаем похожие кусочки номера. Сейчас я отрежу и скажу, сколько размер. Вот. Мыша Муси учила, не хочет делать, боится. Может быть, так, 5,5 на 4,5. Тут даже будет немножко многовато.
Отрезала можно и поменьше даже сделать. Ну ладно, пускай отрезала, так отрезала. Так, и берем теперь утюг. Так как розовый фон не просвечивает, немножко будет просвечивать. Ну, как раз будет, что нужно. Так, кстати, горячий клей. Нет, нужен, не нужен. Но я пока его выключу. Что потом включу, потому что, мне кажется, только для книжки он нужен, наверное, будет. Сейчас только уберу, пока не мешался. Так, включаем утюг. Берем листочек бумаги А4, свернутый пополам. Я вот еще подкладываю досочку. Потому что у меня стол не очень ровный. Это, видите, я работаю тут по бересте. Это досочки. Кстати, досочка из березы. Это я покупала в фикс-прайсе в магазине. И кладем наши листочки. Нам нужно их сейчас склеить. Если у вас другой вид... Проглаживаем. Ай, нам самое главное, чтобы у нас склеилось. Все. Так. Все, утюг мне больше не нужен будет. Вроде бы. Я не знаю, что у меня. Так, а почему не видно? Елена, попробуйте, пожалуйста, еще раз перезайти в комнату. Почему-то пропало изображение. Не, вот сейчас появилось опять. Да, теперь вижу. Да, видимо, временно. Так, девочки, как я гладила, видно было? Это, видимо, с хангауса бывает такое видно. Так, ага, не видно было, как я гладила, да? И не слышно было, да? Так, получается, я взяла листочек бумаги А4, свернутый пополам, вложила сюда те отрезочки, которые мы отрезали, и просто прогладила с двух сторон утюгом на максимальном разогреве. Все. Вот с запозданием плохо вот, потому что в комнате-то в той флангаусе-то видно, что показывает, а тут раз и нет. Все, вот так, девочки, понятно, что я просто их прогладила между собой. Это зефирка. Если у вас не зефирка, тогда берем и просто вот эти вот две детальки между собой проклеиваем секундным клеем. Так, ничего не пропустила теперь? А, все понятно. А, отлично. Так, теперь берем. Так, сейчас. Можно, в принципе, побольше ушки сделать, можно и поменьше небольшие. Тут, если честно, на две пары даже ушей хватит. Угу. Так, я разрезаю на два квадратика. У меня квадратики получаются 2 на 2. И просто вот так вот обрежем. Видите, я обрезаю. Ой, нет, даже больше, даже какие-то большие у меня уши получаются. Ну, немножко поменьше, так. Сейчас тогда обрежу сразу два вместе. Только смотрите, чтобы было в зеркальном. Наоборот, вот так вот переверните.
накладываете розовое к розовому. Немножко даже большеватые 2 на 2. Можно немножко чуть-чуть поменьше. Вот просто берем вот так вот мы делаем, да, ушки, прикладываем, смотрим, как они у нас будут смотреться на мыши. Даже опять большеватые немножко еще. Хотя, если хотите лопоухого, как раз то самое. Чуть-чуть совсем. Еще я его обрежу. Вот. Теперь точно нормально. Так, сейчас скажу, какой размер получился у меня ушек. Так, длина получилась 2,2. Ширина 1,5 сантиметра в самом широком месте получились. Серьгу в уши. Да, можно и серьгу в уши еще сделать. Если только один фом зефирный, они чугун все равно склеится. Тоже склеится, кстати, один, да, зефирки, другой простой. Единственное, учитывайте, что простой может немножко съежиться. Поэтому тут лучше проглаживать со стороны зефирки. На обратной стороне не проглаживать тогда. Тогда будет нормально. Это серо вместе с розовым прогладить, да. Получается, вот с одной стороны розовый получился, с другой серенький. Так, теперь берем и немножко надо нам ушко чуть-чуть, вот как бы вмятинку сделать в серединке, чтобы оно не было прям вот такое вот совсем у нас ровненькое. Сильно не растягиваем, но и это... Немножко вот тут вот вмятинку как бы сделаем ручками. Так, опять берем секундный клей. Повязку до глаза будет пират, да. Можно еще и пирата сделать. Есть вариантов, или что тут вообще много. Нам нужно вот теперь склеить самый краешек. Задать форму. А не хочет тут склеиваться. Опять берем зажигалку. Зефирка, я говорю, что не всегда почему-то клеится секундным клеем. Иногда проще использовать само свойство зефирки. Кто не хочет? Что он сегодня такой вреднючий? Прям вот, ну никак. Тем-то он не хочет, этим-то он не хочет. Да, вредный сегодня мышь. Явно, наверное, может, он не хочет с книжкой быть умным. Может, хочет каким-нибудь пиратом быть. То, что ну, никак вот не склеивается все это место. Почему? Непонятно. Да, розовый получается вовнутрь. Ну, как ушко, типа, оно такое-то. Розовенькое. Видите, вообще никак не склеивается все. Ладно, включаем тогда пистолет. Пистолетом-то точно должно проклеиться. Ну, как он хочет. Хотя бывает еще, кстати, не очень хорошо клеится, когда зефирка обработана. Горячим клеем нормально. Ладно, пока мы это делаем, пока у меня пистолет тогда нагревается немножко, мы тогда ему сделаем хвостик пока. Так, берем проволочку. Вышла мыша. Но я бы не сказала, Светлана, что он быстро. Я его сделала, я полдня с ним возилась.
Так. Смотрим примерно хвостик. Так. Проволочку я взяла такую хорошенькую. Это у меня где-то 24 номер, чтобы неплохо держала форму. Так, я отрезала 5,5. Видите, у меня получился еще какой кусок. Тут еще хватит даже на еще точно одного мыши, может, на два даже. На ушки. Так. Теперь берем кусочек зефирки розовой. Хвостик я тоже сделаю розовеньким. И отрезаем небольшую полосочку. Точно так же делаем из любого померана. Тут особой разницы нету. Буквально вот тут 3 мм шириной полосочка. И нам нужно обмотать. Тут опять же желательно закрепить клеем зефирку. Начинаем обкручивать. Даже получается, если какие-то вот несостыковки, тоже нормально, так как раз у крысок у них вот какие-то различные неровности на хвостике есть. Мне вот кажется, в прошлый раз я делала довольно-таки тонкий слишком хвостик, поэтому я сегодня накручиваю немножко с большим таким наплёстом, и потолще все-таки был, прошлый раз какой-то тоже плохо склеивается. Ну да, не хочет он почему-то, видимо, после обработки еще. Я обычно так-то горячим клеем пользуюсь. Так, и вот тут у основания делаем еще потолще, прямо наплёст делаем. Так. Не доходя, тут мы оставляем где-то, даже немножко много оставила, где-то 0,5 сантиметра оставляем проволочки. Так, подклеиваем и обрубаем. Так как плохо клеится, поэтому берем. Можно либо на утюге так делать, либо я использую зажигалку. И немножко еще прям вот так. Ой, у меня хвостик загорелся на кончике. Стал голенький. Придется домотать. Да, сегодня какой-то вредный все-таки. У меня мыши. Даже раз не было столько много косяков различных. Но повторюсь, что это даже зачастую хорошо, когда вот есть такие косяки именно прямо на мастер-классе. Можно показать, как именно избежать этих косяков. Даже не подклеиваться, не хочется вообще ничего. Вот тут такой. Странно, даже от зажигалки клеиться не хочет. Вот так-то. Почему так? Непонятно. Клей у меня вроде не перемороженный. Вот буквально вот на днях отлично клеил. У меня даже сегодня клеил. Ну, почему не хочет? Чего мы все равно это ведем? Ну, прямо мы все равно упрямее.
Еще не таких. Ламы были. Даже если честно, получился кончик интересный у меня мышонка. Так что. Так, ну вот, я сделала. Так, лучше всего сейчас. Не было бокорезы. Ой, бокорезы плоскогубцы взять. На кончике лучше сделать вредные мыши, да? Да, первую мышу показать не могу, она уже продана, ее только можно на старых посмотреть. Куда ли у меня мышку? На кончике делаем буквально вот совсем-совсем малюсенькую петелечку. Так, ну вот, хвостик мы сделали. Сейчас я пока ничего его приделывать не буду, хвостик, чтобы он мне не мешался. Пока я буду все это делать. Хвостик в самом конце приделаю. Так, сейчас попробую. Горячим клеем. Склеить кончик. Мышь рождается в муках, да. Вообще. Вреднючая, вреднючая. Ну, горячим клеем отлично склеилось. Единственное, немножко вылезло, но из этого положения легко выйти, если... Обрезать клей. Добавляем совсем чуть-чуть клея, чтобы поменьше вылезло, конечно. Ну, отлично, все склеилось, да. Так, и теперь нам нужно все-таки, вот получается у нас тут остренько, да, вышло? Нам нужно сделать плоскую площадку. Обрезаем кончики вот эти остренькие. Так. Опять беру зажигалку. Или можно чуть-чуть приложить к утюгу. И немножко вот чуть-чуть просто совсем слегка выровнять. Вот чтобы нижняя просто площадочка была более плоская. Так, ну что, теперь его сейчас надо помучить и приклеить уши. Так. Сейчас попробую измудриться, чтобы не лишнего клея не было, но измудриться именно горячим клеем приклеить. А, Татьяна, да, сегодня 13 число, не хочет делать. Да нет, не поэтому еще. Так, сейчас я самый кончик вот этого вот соединения. Чуть-чуть. Сейчас главное наметить успеть, куда я приделаю уши. Совсем чуть-чуть наношу горячего клея. Совсем капелюсечку. О, какое интересное у меня ухо получилось. Почему-то немножко вниз. Ну, ладно. Значит, он так хочет. Мышь. Точно так же делаю второго. Так. Ага, отлично приклеилось. Ничего там нету. О, у меня какой интересный мышь получился. Немножко другие ушки у него получились. Не как у того было. У того было более назад. И, кстати, больше на крысёнка как раз похоже. А, можно, кстати, и проволочку, да, вклеить. Ушки, если хотите. Так, ладно, уши мы сделали. Теперь нужно сделать глазки. Вот для глаза, кстати, я забыла сказать, что взяли еще белый фоамиран. Но я так думаю, все равно найдется. Тут разницы нету. Здесь ярко это... Или нет? Так. Можно белый. Ну, нет, лучше все-таки белый. Так. Вот у меня вроде зефирка это. Я уже делаю все из зефирки, так и из зефирки. Как-то выделала.
Нам нужно теперь сделать очень-очень маленькие кругленькие глазки. А в ножке я пустила чувствовать себя виноватым, наверно. Но сейчас вот глазки сделаем, может, другое выражение появится. Теперь нам нужно вырезать кругляшочки. Очень-очень маленькие. Буквально где-то по 3 миллиметра. Так, вот смотрите, я их прикладываю, да? Даже вижу, что многовато. Даже нужно еще чуть-чуть убрать. Так. Опять же, опять ювелирная работа. Ему стыдно, да? Мишенка-то, а главное сейчас глаза не сдуть. Так, тут у меня один глаз, мне кажется, больше получился, другой меньше. Можно, кстати, вообще сделать разные ему глаза. Раскосые такие. Так. Прикладываем глазки. Вот, нормально теперь будет. Чуть-чуть я делаю большеватые. Почему? Сейчас увидите. Так, чем будем приклеивать? Вот так-то, такую мелочь лучше, конечно, приклеивать секундным клеем. Вот прям передушками. Приклеиваем. Чуть-чуть получились большеватые, но я сейчас буду использовать зажигалку для подравнивания, чтобы было, они как бы не были такими вот края. Я, получается, вот просто прям чуть-чуть поджигаю и глазки прям приглаживаю. Все. Вот. Теперь осталось делать зрачки. Такой муж интересный получается. На пистолете можно уменьшить. Что уменьшить именно? Не знаю, я вот нормально не умею пользоваться пистолетом. Вот как он есть. Если вот этим уменьшается или что? Я вот так когда ставлю, он у меня начинает капать. Поэтому он у меня всегда лежит. Так, и осталось вклеить нам еще зрачки. Для этого я написала, чтобы бисеринки приготовить. Глаза на носике. Да нет, нос дальше. А, нет. Сильно далеко-то тоже. Можно вообще, ну, правда, единственное, маленькие совсем глазки получаются. Так, и выбираем, вот я выберу две бисеринки, которые, у меня китайский бисер, поэтому они разного размера и приходится выбирать. Так, и нужно приклеить на, тут точно секундный клей только, намазываем. Место, где будем глазки делать, ручки. И пальчиком пришлепываем. Можно заранее померить, допустим, сделать один зрачок в одну сторону, другую в другую. Вариантов тоже уйму. Я делаю уж. Такое попроще, у меня тем более будет с книжкой. Или как вот он сам захочет. Во. Получился чуть-чуть один ниже, другой выше. Вот такой получился. Ну, не знаю, посмотрю, может, потом ему еще очки сделаю. Будет умный мышь. Так.
Так, ну я, мне кажется, на чуть-чуть вверх сделать. Ну да. То какой-то нос получился слишком вниз, некрасиво. Чуть я его кверху подзагнула. Так. Глазки можно сделать черным контуром. Можно вообще, вот я говорю, что девочки, делайте варианты вообще разные, какой хотите. Вообще любые. Можно и размером, конечно, его побольше сделать. Вот, смотрите, кстати, вот так вот загибаю, да, ушки назад. У нее уже вид вообще другой становится. Какой-то такой, знаете, такой прям трусишка какой-то. Вот. Так, нам осталось сделать только лапки, книжку, хвостик и хвостик приклеить. Так, берем. Сейчас я буду делать книжку. Так, смотрим, сколько мне сантиметров надо, чтобы мне вот тут немножечко внахлёст сделать вот на это вот место. Так. Ну и чтобы у меня сильно она низко тоже не была. Так, где-то 2,7 у меня получается. Мне нужно книжечку сделать. 2,7. Так. Так, я опять беру мусочку свою. Главное сразу ровненько отрезать, чтобы не пришлось переделывать. Так, вот это получится высота у меня книжечки. Что-то, слушайте, девочки, как-то это, мне кажется, толстовато. Мы сейчас вырежем и истончим, наверное, его. Потом толстый, мне кажется, получится книжка-то. Меня голос потихоньку. Кстати, кот мыши еще не это, еще не скоро. Ну, мы зато заранее подготовимся. Ладно, пускай у меня будет вообще, как говорят, мышь там какая-то, библиотечная мышь или как она. Будет у него целый большой том. Вот, все, я вырезала себе заготовку для мыши. Немножко все-таки, наверное, надо чуть-чуть попробовать его потоньше сделать. Это неудобно потом лапки переделать. Хотя бы чуть-чуть истончить. Будет библиотечная мышь у нас. А книжки просто можете использовать потом в другом. Особенно девочки, кто занимается вот куклами. Вот как я сейчас книжку буду делать. Так, все. Внутренность я сделала. Теперь берем. Так, что будем? Зефирные, не зефирные фоамирам использовать? Не, наверное, тут как раз вот я буду использовать обычный. Он. Обыкновенный белый. Так. Нам нужно вдоль обклеить по всему периметру. Приклеить. Это у меня иранские фоамира. Так, вот тут клеить будем прям. На горячий клей. Сейчас будем делать имитацию сначала. Я специально клею сейчас с небольшим нахлёстом, потому что у меня получается клей тут вытекает по краям. Немножко многовато, когда делаем. Мы сейчас это все просто обрежем. У нас ничего не было. Кстати, первый раз делаю вообще книжку с вами рано тоже. Так что
Вместе с вами экспериментирую с молодежью. В процессе. Самое главное, чтобы вот у нас вот внешний слой был чистенький. Главное, наружное не заморозить. Так. И нужно подрезать теперь под прям под саму книжку. Ну, под эту беленькую заготовку. Чуть-чуть. Клей немножко не подсох. Так. Лёч, каким цветом сделать книжку? Так, я даже вот, если честно, тут уже вся в процессе, даже вопросы не читаю. Да, вот у меня тут большие ножницы, такие вообще удобные. Так, сейчас как раз у меня тут чуть подстынет, я пробегусь, потому что давно не читала. Сегодня праздник непослушания, да. Так. Угу. Нет, Людмила, даже если было 13-я пятница, все получилось бы. Я один раз, у меня выступление уже было 13-го пятницу, и все отлично пошло. А если делать дырочки, аккуратно в них усохли. Можно тоже сделать капельку горячего клея на зубочистку. Но, если честно, я не всегда успеваю донести. Так. Мышонок ушастик. Подольше на утюге они уменьшатся. Да, можно, но... Нет, пускай вот такой он такой у меня ушастенький остается. Пускай вот он захотел так, значит так надо. Так. А, в смысле, глазки-то, да, да, можно. Но я специально, я говорю, что я их обратно обрабатываю именно зажигалкой. Тут, кстати, разницы нету, зефирка это или нет. И получается, вот именно они покатыми такими, вот именно в ту сторону, в какую мне надо. Если на утюге немножко делать, чуть-чуть может по-другому быть. Хотя попробуйте. Ага, Ольга, сегодня 15-й лунный день, 100% видимость луны. Кстати, да, я, подождите, когда? Сегодня? Нет, сегодня никуда не ездила. Вчера я ездила в город, такая огромная луна была, вообще такая красивая, большая-большая. Так. Носик вытереть, поставить глазки. Да, можно тоже всякому наклеить. Так. Такая чудная мышь. Ну вот, Елена, как это вы чуть не проворонили? Вот такой ми-ми-ми, вернее, пи-пи-пи. А очки из да, очки-то из проволоки все-таки лучше сделать. И за ушки вот так вот сделать, получается, небольшие, и за ушки закрепить. И немножко даже это. Вот у нас, у меня, кстати, получится довольно-таки большая книжка. Получится практически энциклопедия. В подполе живет воришка, маленький мышонок Тишка. Когда дому темно, смотрит с нами он кино. Хорошо не знает мама, а то нас бы отругала. Мама страсть мышей боится, мама может рассердиться. Ведь мышонок Тишка не читает книжки, он их пробует на зуб, но совсем не книголюб. Классно. Зеленую книжку, да? Фиолетовую. Желтый по цвет сыра. Да, вот луна очень-очень такая большая. Угу. Желтую под цвет сыра. Кстати, я вообще думала, если честно, синюю сделать почему-то. Вчера еще думала об этом. Так.
отрезаем и подрезаем все остальное. Просто делаем брови. Как раз вот у нас клей тут срезается, излишки, все лишнее. Так. Ну, такие большие кусочки оставляю, мало ли, где пригодится. Это что-то неровно. Вот. Так, сейчас мы еще сделаем имитацию страничек. Не просто, чтобы она у нас беленькая была, так неинтересно, ведь? Берем зубочистку. Так, сейчас опять не захочется. Вот видите, вот книжка захотела зубочистка, прям сразу раз и вывалилась. Так, теперь берем. Смотрим, какая сторона у нас будет лицевой. Вот, наверное, вот эта потолще, которая. И нам нужно сделать полосочки, полосочки, полосочки. Прям вот нарисовать тут и по бокам. Полосочки. Так, их так не будет видно. Берем такую пастельку. Так, ну раз у меня, наверное, желтая все-таки будет. Так. Нет, вот лучше какого-нибудь коричневого цвета, да, лучше. Все-таки эти листики. Так. У меня тут салфетка лежит, чуть-чуть использованная. Я обычно такие не выкидываю, так как для масляной нужна сухая салфетка. Поэтому чуть-чуть совсем вот наносим. Коричневый зима. И немножечко. Совсем-совсем нужно. Маленечко. Оттонируем. Такие вот. Боковинки, ну и заднюю часть тоже можно. Вот все. И у нас получилось, что видно эти зубринки, вернее, что это листочки, странички. Так, значит, желтая. Так, желтого нет. Нет, сейчас начнется. Ну, как раз прям иранский фоамиран, прям ярко-ярко желтым. Есть. И отгрызть уголок. Кстати, классная идея. Ага, интересно, кстати, да-да-да. Вот видите, сколько идей сразу просыпало. У вас фантазии сколько можно сделать. Так, теперь берем, значит, наш фоамиран. Так, все полетело у меня тут. Так. Сейчас смотрим. Так, нам же нужно еще сделать, как на книжке сзади, вот такая вот нахлёст немножко вот получается. Вот там. Так, заворачиваем. И вот примерно с нахлёстом сейчас отрежу. Чем хорошо, можно все это потом подрезать. То, что лишнее. Так, теперь приклеиваем с одной стороны книжку, обклеиваем. Главное не перепутать, где у нас странички. Да, на лицевую. Прям пальчиками придерживаем. И тут нужно уже клеить аккуратненько. Тут
посуда у нас внутри немножко вылазит. Поэтому я, когда у меня влазит клей, я обычно палец подставляю. И почти весь клей у меня остается. Вот клей получился. Страшненько. И почти весь клей у меня вот на пальце остался. Да, будет больше похоже на сыр, пускай на сыр будет похоже. Вот мне девочки подсказали, да, то сделать ее под имитацию прям сыра. Потом нарисовать на них. Сырная энциклопедия. Так, вот смотрите, с этой стороны я подклеила. Теперь нужно подклеить с этой стороны. Все. Сегодня интересно, я хоть одна выступаю, нет, то я тут это. Елена, не переживайте, выступаете одна, так что по времени не ограничено. А, ну все тогда хорошо. А то у нас еще там лапки. Можно сделать. Так, вот я сделала. Полностью обклеила с одной стороны книжку. Теперь берем. Отгибаем. Номерам назад, наружу. И тут получается, либо прикладываем к утюгу, нам нужно сделать складочку. Там, где-то. Либо вот как я сейчас делаю зажигалкой. Немножко нагрела и вот так приложила. Книга вкусная, здоровая, сырит, точно. Так, вот получилась складочка. Теперь немножко с нахлёстом. Надо, чтобы у нас тут вот остался зазорчик. Я вот криво почему-то приклеила, у меня тут впритык получается с вами нормально. Так. Сейчас прям зубочисткой отмечу то место, где мне нужно вот складочку сделать. На обратную сторону. В желтом так ничего не видно. Точно так же. В обратную сторону делаем складочку еще одну. Можно, конечно, просто приклеить, но будет слишком по-простому неинтересно. Вот, теперь получается более похоже. Так. Смотрим, чтобы с обоих сторон все-таки было одинаково. Так. Ага. Ну я вот себя вижу. Почему-то говорят, нет трансляции. Все нормально, и в комнате есть трансляция, и на страничке вебинара тоже идет все. Угу. Почему-то вот у девочек пишут, что не помогает. Улетают они. Так, вот сейчас надо как-то извернуться и изощриться и подклеить вот это место. Так, лучше сделать тогда вот так вот. Наносим клей немного. Оп. Все. И заклеили. Вот, чтобы вот тут был небольшой нахлёст, надо ставить. Все, если хорошо, то инфляция идет. Все, я то же самое подклею с другой стороны. Все, практически книжка у нас готова. Осталось только вот это вот все, вот эти недочеты, неровности просто обрезать. Ну, обрезать сейчас будем аккуратничать, чтобы было чуть-чуть шире, чем
странички. Буквально на миллиметрик. Так. Вещь. Темно, конечно, когда на камеру показываешь, со мной можно немножко не писать. Ничего страшного, если не писать, человек. Так, вот тут как раз у меня получился в одном месте немножко клей вылез. Вот это, наверное, место мы и отгрызем. Что было у нас? Да это же, девочки, не представляю, как сделать, чтобы он все-таки был. Краешек натурально отгрызен. Вот, получилась книжка. Вот такая. Ну, это, думаю, вроде неплохо. Даже вот тут с дырочкой. Видите? Все темно, все. Кого как. Странно. Надо написать, чтобы они не просто перезагрузили, а снова перезашли. Тогда нормально, наверное, будет. Девочки, напишите там, чтобы в чате, чтобы другие просто зашли снова по ссылке. Вот получилась книжка. Ух ты, какая большая получилась, даже больше, чем я думала. Так. Больше, чем я думала. Сейчас еще надо придумать туда. Не, лапки нормально будут. Немножко вот тут у меня. Получается, вот эти неровности будут все-таки видно. А, мы тогда сейчас вот что сделаем. Точно. Мне же говорили, пузико сделай, да и все, и делов-то. Я вот не слушаю. О, тут оно. Первый помер, он потерялся. Точно, мы сейчас пузико приклеим и все. Мы не будем оборачиваться. Как я вот раньше не догадалась-то, что можно все это закрыть. И будет все отличненько. Можно сделать розовое пузико, но у меня будет его, ну, немножко видно, поэтому мне можно сереньким закрыть. Так, вот я примерно на глаз с припуском вырезаю. Тут у меня будет манишка такая, раз тут делали. Вот и все, и все это отлично приклеится. Так. Умная прямая. Нет, она не очень пока еще умная. Все-таки когда очки. Как у меня мама говорит. Это, я одно время хотела линзы носить, но мне не нравится их вставлять. Мама говорит, не носи, говорит, линзы. У тебя в очках вид умнее. Вот так вот. Ну и бывает. Лежа книжку расположить, а в смысле прямо его поставить на книжку можно, и на книжку, ну, сейчас посмотрим, сейчас я пузико приклею. Я вот именно хотела, чтобы он книжку как раз держал. Вот интересно смотрится. Сейчас вот и приклею все. Ha ha.
фарточек получился такой. О, кстати, а можно мышь еще дворника сделать? С метелочкой в фартуке. Вообще вариантов, я говорю, что вот можно прям целую серию сделать таких мышей. Целую коллекцию. Представляете, они потом станут коллекционными. Такие мышки. Так, сейчас мы осторожненько что кушаю. Я полетим. Краешки. Мышка. Закладит прям. Будет аккуратнее. У меня, кстати, мне кажется, этот мышь немножко как-то потолще получился. Поупитаннее. Ну, тот молодой был. Тот на свидание шел. А это чуть-чуть в библиотеке. И толстеет. Все. Так. Все, все, я закрыла. Теперь можно спокойно закрывать книжкой. Во. Теперь нормально смотрится. И, кстати, пузико вообще в тему получилось. Так. Да, на книжке можно еще написать всякое разное. Вот. Вот так вот. Так, сейчас будем делать лапки. Хвостик, я говорю, что мы сделаем в самом-самом конце. Так, лапки мы будем тоже делать попроще, чтобы сильно не замудряться. Так, клей я не буду уже выключать. Секунду, значит, не буду пользоваться. Раз он меня не хочет клеить, значит, будем вот это использовать. Так, для лапок нам нужен розовый фоамиран подушки и серенький. Нижние будут лапки у меня полностью из розового фоамирана. Я потому что лапки нижние не будут большие прям делать. Кстати, можно использовать и вот этот вот фон, который остался. Нет, не буду. Что уж делать, так делать. Так. Сижу тут с самой собой, внимания не обращаю. Это не на людей. Сама с собой разговариваю. Так. Мышку по-другому повернуть. А как его повернуть-то? Не знаю даже. Я-то хочу, чтобы лапки у него были, и он лапками обхватывал книжку как бы. Вот. Нет, у него как раз будет размер, тут внизу лапки будут. И за счет того, что будет хвостик, наш мышонок будет спокойно сидеть сам. Самых вредных выбросов. Да. Мышь-садовник, мышь-фонарчик. Да, все-таки как-то, блин, надо, все равно не интересно так, что половина могут быть, половина нет. Что-то надо придумать. Девочки, напишите прям вот не ответы напишите, а напишите прям, чтобы не перезагружали, а зашли по новой посылке. Так, там надо на лапки. Так, на лапки нам надо будет вот тут серенькое немножко на сами ручки. Я думаю, мне, наверное, вот этого кусочка даже хватит. Вот, видите, я тут буду использовать, как говорится, обгрызки совсем. Опять берем утюг. И вот небольшой кусочек я сделала втройне. Так как у меня толстенький, если тоненький, потоньше, вот, допустим, розовый, я буду в 4 раза делать. А этот втройне хватит. Все то же самое делаем из другого фоамирана. Просто склеиваем.
Так, вот я писать большая российская энциклопедия. Ну, а как там написать так? Нет, я потом, вот сейчас, если немножко время будет, мы, может, с вами прямо это придумаем, как сыр сделать. Вернее, как не сыр сделать, а книжку сыр. Так, вот я наложила. Закрываем три штуки. Прям сильно-сильно истончать не нужно. Нам самое главное не истончить, а приклеить. Так. И то же самое делаем тут на... Так, ого. Склеилось, не склеилось. Нет, как раз склеилось. Так, и то же самое делаем с розовым. Ну, немножко побольше. И складываем его в 4 раза. Потому что розовый у меня потоньше. Ну, допустим, разрезаю пополам. Еще раз пополам. Как раз хватит на две пары лапок. И склеиваем 4 штуки. Так, сейчас посмотрим. Ну, все отлично склеилось. Получились такие толстенькие. Это я делаю, утолщаю для того, чтобы мне не заморачиваться и не делать прям объемные такие ручки-ножки. Химичу. Так. Так, интересно, у других получилось, не получилось зайти-то. Так. Ну, у меня вот, видите, получились 4 на почти на 3. Вот кусочек такой. Разрезаем. 4 части. Так, делаем нижние лапки. Лапки вырезаем такие немножко, тут чуть-чуть широковатые. Видите, небольшой вот такой капельки. Так, смотрим. Так, для лапок, для нижних лапок будет само то. Потому что мы тут сейчас еще будем подгибать, и они чуть поменьше станут. Так, нижние лапки у меня получились 1,7 высотой. И 1,2 в самом широком месте. Мышка-повар в колпаке. Да, можно... это сделать. Так. Ага. Так. Девочки, если получилось зайти, отпишитесь, пожалуйста. Что не получилось. Так, еще кое-что сейчас. Муж-путешественник с чемоданом. Да, тоже можно. Так,
и длинные лапки. Разрезаем почти до серединки. И еще, пополам. Получается у нас 4 пальчика. Берем зажигалку, либо можно это опять же на утюге делать. С нижней стороны. Вот немножко. Вот загибаем, чтобы она была такая вот форма, слегка такой, чуть-чуть. И немножко загорелась, ничего страшненького. Так. Вот. Вот, у меня получились, видите, лапки, вот эти пальчики, все в кучку. И немножко краешки, чуть-чуть. Уже. Не были прям такие ровненькие совсем. То же самое делаем со второй деталькой. Она сразу склеилась. Не совсем так, как не нужно. Ладно, тоже. Так. Пальчики. Вот. Пальчики главное, чтобы были вот так вниз и немножечко в кучку. Лапки. Так, ну, почему-то одна лапка получилась чуть длиннее, одна покороче. Сейчас мы их чуть подрежем. Видите, получилось немножко в основании широковато, а немножко подрезать. Так. Так, девочки, все понятно объясняю. Потому что тут почти всех выкинуло, так и никому и не осталось. Елена, не переживайте, у нас в эфире столько же людей, даже больше, чем было на начало. Поэтому да, все хорошо. Хорошо тоже. Ну, просто как-то чат замолчал, я тишина. Так, так. Вот, и лапки нам вот эти нужно сделать под низом. Но постарайтесь сделать так, приклеить, чтобы у нас вот это основание лапок и попки, оно было на одном примерно уровне. Чтобы у нас сильно они прям не выступали. Иначе он сидеть потом не будет. Так, вот я наметила, где у меня должно быть. Ну, если что, можно будет, в принципе, и хвостиком отрегулировать потом. Так, я наношу тут клей на, ой, не на внутреннюю часть, а на внешнюю, вот тут в основании. Немножечко клея подмазываю и прижимаю в то место, которое я хотела сделать. Вот. Так, одна лапка. Смотрим, где у нас вторая будет. Что задние лапки у мышки, они довольно-таки такие маленькие. Так, вторую. Пока-то, конечно, он назад падает, там хвостика-то нет. Еще, и еще будет книжка в добавок, все равно будет перевешивать. Так, немножко надо, вот тут я не знаю, либо надо приклеивать сразу хорошо, либо 5 секунд, но вот тут вот, я лично не обойдусь, чтобы лапки уже конкретно не отпали потом, а то, видите, они на кончиках держатся, а тут нет. Сюда добавляем клей и пережимаем прям пузику.
ждем с этой стороны. Не закрепляем. Вот. Теперь то, что нужно. Пока стоять не хочет еще. Так. Теперь уже можно приделать книжку. Так, ладно, не буду я приделывать. В смысле, обгрызать не буду уже книжку. Пускай уже так будет. Так, вот эта сторона покрасивше. Так, смотрю, как ее приделать, чтобы она смотрелась. И сейчас я ее наклею. Посажу. Уши приклеим. Даже, видите, без котика все равно вот даже книжка легкая очень вытягивает. Мы сейчас прям сделаем хвостик. Так, хвостик мы будем делать вот в этом месте. Прям вот прямо у основания попки. Я беру толстенькую иглу. Протыкаю, но не очень далеко. Так, проверяем. Угу, пойдет хорошо. Тут можно также использовать горячий клей, можно секундный. Я вот сделаю, наверное, секундный. Хорошенечко тут все промажу. И засовываю туда хвостик. Вот прям даже с розовеньким, чтобы внутрь вошло. Тут у основания все приклеилось. Вот видите, сейчас уже, хотя не загнутый хвостик, пускай так пока стоит. Вот. Все, осталось нам делать только передние лапки. Так, для этого вот у меня вторая осталась. И серенький. Сразу сейчас обрежу, чтобы видно было. Я им буду пользоваться. Так. Ну, отлично. Мистик. Мистик. Вот, видите, все, он стоит. Выхожу с хвостика. Получается, опирается на хвостик. Вот я загнула хвостик, он опирается. Вот. Так. Теперь. Сначала делаем вот эти боковые лапки. Нужно посмотреть, чтобы у нас примерно вот эти розовенькие такие лапки тут нужно будет, чтобы они вот обхватывали по бокам и тут были. Вот я думаю, таких, наверное, тут сантиметр на сантиметр, где-то примерно лапок хватит. У того мышки я совсем по-другому лапки делала верхние, поэтому тут я тоже импровизирую. Опять делаем в виде капельки. Широкая сверху розовенькая, ой, серенькая. И немножко тут основание. Так. Сейчас будем. Так, этих, наверное, вполне вот этих даже маленьких хватит. И тут также делаем в виде капельки, но получается немножко в другую сторону. Не знаю, что получится, ничего не тебе, думаю, получится. Должно получиться. Тут, конечно, сами лапки будут почти в два раза меньше, чем у нас нижние были.
Вот, примерно вот такие. На спинку магнитик и будет охранник холодильник. Да, такая вот малявка, столько нюансов вот всяких-всяких. Зубки нет, зубы я не хочу делать ему. Он у меня добренький. Ну, можете сделать зубки тут. Если зубки сделаю, это будет не совсем мышь, это будет точно крыс уже. Так что. Любовь, я еще не закончила МК. Так что лапки еще делаем. Еще лапочки делаем. Так. Вот эти, значит, боковые, серенькие. Тоже краешки. Делаем, чтобы у нас было немножко в одну сторону, как бы полузакругленные, чтобы были. Вот. Так. Смотри, что все то же самое можно делать на утюге. Но вот я люблю работать с зажигалкой. Поэтому я ее использую. Так, и также делаем пальчики пополам и еще пополам. Пополам и еще пополам. Видите, получается, мы до половины разрезаем и делаем то же самое, как мы делали на тех. Вот чем удобно, видите, зефирка на раз и склеилась. И получилось вот лапки, какие нужны. Поэтому вот я зефирку использую. И также краешки. Подвела. Так. И второго. Вторую лапку. Может, тут чем-то воняет, непонятно чем. Я уже, наверное, себе и волосы подпалила немножко. Уже палёненьким таким пахивает. Так. Ну вот. Вторая лапка. Вот. Посмотрим, как это будет смотреться. Видите что? Вот смотрите, получается, вот даже если вот так вот сделать и чуть-чуть ему подогнуть вот сюда, то даже не надо вот этого серенького. Так, а если сделать вместе с сереньким, тут их нужно склеить вместе. И вот так. Можно, в принципе, и так сделать. Даже не знаю, что я посмотрю. Пойдем зашлюсь. 5 мешочек такой получается. Так. Смотрим, надо все равно примерить, чтобы было нормально. Было хорошо. Что-то мне кажется, знаете как, чем не нравится? Наверное, слишком вот эти вот широкие серенькие. Поэтому мне не нравится. Вот сделаем поуже. Тогда, мне кажется, будет нормально. Это же все-таки верхние лапки, а не нижние. Они должны быть узенькие. Вот. Смотрим. Так. Сейчас я пока серым лучше, да, но я говорю, что вот мне размер все-таки немножко не нравится. Слишком толстые они получаются. Если честно, вот я прикладываю и сама не вижу, как получается. Так. Как его лучше сюда, сюда сделать. Ну, хорошо, книжка хорошо приделана, так
Сколько говорить ее тут. Зато вот как раз проверочная получается. Ковыряй, да ковыряй. Все, короче, приделаю, как получится, так получится. Все, приделаю. Так, во-первых, нужно приклеить лапки на лапки вот эти. Так, чуть тоже длинновато. Опять не нравится. Так, сейчас краешки я вот прям так наверх приклею сейчас. Никогда вот кукол не делал. Чего делаю, не знаю. Эксперименты сплошные. Так. Скли. Вот такой более плавный переход все-таки между лапочками. Как-то еще. Посмотрим. Получилось. Во. Вот так нормально. Все. Приклеиваем. Так. Тут я, наверное, на книжку приклею. Секундным клеем. И еще это накосячить. Так. На пальцы свои не приклеить. Вот видите, вот на иранский отлично приклеился, но зефирку не хотел себе не приклеиться. Так. Чистка. И тут немножечко подмажем. Ну, прям вот сюда. Вот. Одна лапка готова. Вот такое ощущение немножко, что на карата похож сбоку. Вот, то, что лапы вот эти большие такие. И, может, не кажется так. Вот это у меня как-то всем боком. Так, и вторую лапу делаем. Точно так же я уже не секундным клеем тут подклеиваю, а горячим. Как-то не то что-то получается. Немножко тут неровно. Так. Что сейчас исправим? Да, все. Теперь нормальная лапка получилась. И второго мы переделаем с другой стороны. Да, что-то получается. Наконец-то. Так, приклеим на одну сторону. И прям загибаем. И теперь вот в этом месте. Склеимого. Да, можно, я говорю, что... Кстати, вот который, где цветочек был, там у меня просто розовенький. Там как бы он, получается, в цветочке там затеряна лапка, и особо ее как бы и не видно. Поэтому я там не стала заморачиваться, серенький делать. Так, а этот надо было чуть-чуть повыше. Сейчас я...
полностью даже приклеился, можно это брать. Вот так вот. Так, блин, не клеится. 5 секунд, не клеится. Не хочет. Вот, чуть подальше все-таки. Надо, кто еще? Так. И вот тут не имеется опять. Слишком тут получается широковато. У той-то вот узенькие такие лапки получились нормально. Вот, вот все подклеила, получилось нормально. Ой, девочки, ну все, неужели наша мышь готова? Еще осталось что-нибудь на книжке дописать, конечно, но я это потом, наверное, придумаю. Может, какой-нибудь цветочек даже приклею, может, еще что-нибудь придумаю. Так, сейчас я загну хвостик, как положено. Так, вот, перезагну. Вот, получился вот такой мышонок. Вот, получился вообще другой, не совсем, не, даже не похожий на того. Так. Вот видите, какой. Также маленький, ну-ка, сколько. О, этот даже еще меньше получился. Тут был 5 сантиметров, этот вообще 4 получился. Вообще, малепусеньки, еще меньше того. Тут был 4. А, ой-ой, лампа упала. Так. Кстати, знаете еще почему? Если вы хотите делать более задумчивый такой вид, у этого мы посильнее загнули головку вниз. Если сделать чуть повыше, то у него будет такой более мечтательный вид. А этот тащит явно книгу, чтобы съесть. В крайнем случае, вид, мне кажется, такой. А если еще зубы добавить, то точно получится, как будто он ее съесть хочет. Вот видите, они спокойно стоят. Удобно. Вот такая прикольная мышка получилась. Так. Вы не уходите, не уходите. У меня еще есть же это объявление победителя сегодняшнего. Так что вы все не уходите. Особенно кто активничал. Так. Так, сейчас я прочитаю, что, может, еще написали, потому что, может, что-то пропустила. Так. Пальчики склеиваются. Вот как раз я и взяла, они должны склеиваться, вот именно вот кончики пальчиков, прямо вот в кучечку краешки. И тогда они вот именно вид смотрится, как у мышек, у них, потому что вот у них прям вот такие вот пальчики. Но я держала домашних мышей белых, вот у меня были, вот у них вот так вот они. Вот, и надо, чтобы они были прям скрученные такие вот. Тогда будет похоже. Так. Можно было сделать, как будто грызет книжку. Ну да, можно было. А этот вот именно, не знаю, мне кажется, у него вид такой, как будто он где-то стащил книжку и тащит ее. Вот еще надо. Вот видите, получается, за счет того, что вот я отгибала назад, вот именно тут складочка осталась, и получается, что имитация книжки получилась довольно-таки вот хорошо. Вот эта складочка, она так и осталась. Так что можете с одной стороны делать, другой нету. Вот, кстати, с той у меня она и похуже вышла, с этой получше. Не знаю, что я еще придумаю. Может, приснится сегодня, что на этой мышке, ой, на книжке написать. На мышке-то, конечно, уже ничего делать не буду. Куда-то он попер явно книжку. Может читать, может есть.
Мышка, мышка, где твоя сырная книжка? Усики? Ну, кстати, я не думала про усики. Не знаю даже. Надо их сюда, не надо. Ну, можно сделать. Из чего? Как она называется? Здесь продается черная. На что рыбу ловит? Что-то вообще в голове пусто. Совсем. Леска. Черная леска, и можно вот, в принципе, протянуть, усики сделать. Ну, что-то я как-то не хочу усики делать. Вот, нет, если этому мыши добавить очки, то будет, как будто он идет читать. Если не добавлять, а что-нибудь такое написать на этом, или в виде сыра сделать, да, получится, он пошел и есть все-таки. А, мононить черную можно, да. Но я ни разу усики никому не делала. Я говорю, что это вот вторая моя игрушка. Вообще, с вами рано, я как-то игрушки никогда не делала. И, кстати, интересно, она так у меня стоит. Не прямо, а прям чуть-чуть вот прям наискосок, как будто он тащит, ему тяжело так переваливается. Так, из бисерной лески можно усики сделать. Ну да. Носы и щетки можно. Вариантов много, но я не буду как-то делать. Пускай он будет без усов. Зачем? Так, сейчас, девочки, я в трех словах буквально расскажу про платные предложения, потому что там есть интересненькое, новенькое. Вместо книжки кусочек сыра, да, можно. Ну вот я захотела вот сегодня именно сделать вот книжку. И заодно, как говорится, мастер-класс по книжке еще, плюс по мини-книжке, потому что эти книжки можно делать как в игрушки, так можно, допустим, сережки делать, еще что-то. Мыша сыр не любит, ну, не знаю, у меня отлично ели только так. Делать веснушки, да, можно и веснушки сделать. Я говорю, тут вариантов уйма. Ну, мой такой лопоухий получился, тут не такой лопоухий был. Видимо, у того просто вот так вот. Вот смотрите, если вот так вот я ушки сдвигаю, он получается немножко другой. Уже. Что-то как-то, мне кажется, вот это ушко нормально, а вот это, мне кажется, все равно немножко слишком растопырено. Сейчас я, наверное, его чуть-чуть, совсем вот тут чуть-чуть подклею. Как-то слишком лопоухо, мне не очень нравится. Подклеила, да не так. Не хочет. Так, вот, вроде бы. Все. О, мне кажется, так лучше. И у него, кстати, получился более такой... Вот чуть-чуть, вот видите, ушки уже изменили, уже другой характер получился. Какой-то у него стал более хитрый вид. Такой немножко залихватский. Вот мне, в крайнем случае, так видно. Не знаю, может, с камерой немножко покажу. Вот. Стал немножко какой-то такой хитренький вид, немножко более залихватский. Так что пускай вот такой будет чуть-чуть. Так, сделать такого мышонка, прийти в гости и посадить тихоря в вазу с конфетами. Да, вот у меня, допустим, мама до ужаса боится мышей вообще до ужаса. Так, первый мышонок был мечтатель, а этот реалист. А этот хитрый, наглый. Так что, вот я говорю, что нельзя сделать одинаково мышонка с конфеткой в руках. О, кстати, можно конфетку, да. Вот хорошо в процессе, как говорится, вместе, что пузико сделать. Вот даже получается, вот видите, пузико немножко торчит, вот того же цвета даже. И это глаза не бросаются совсем, как будто так и надо. Ну вот, и можно сделать его даже там вот сбоку, какую-нибудь сумку. Я, кстати, знаете, что думала? Рюкзак сделать такому мышонку. Это вообще классно. Ладно, все, хватит разговаривать. Сейчас расскажу о своих предложениях. Немножечко.
Так, вот так как я работаю в смешанной технике, вот такие вот кустики, малинки, причем она доработанная. Тут получается, как сделать, я нашла все-таки способ, как сделать силикон, окрасить, вот тут получается, вот хорошо, не очень, вернее, не очень хорошо видно, что они такие полузрелые, они полузеленые, полукрасные, вот эти ягодки. И как сделать? Силикон очень тяжело окрашивается. Я нашла способ, как это можно сделать. Также тут сделать цветочки, сами ягодки. Ну вот видели, я девочек показывала работы. Тоже делают в смешанной технике. Вообще отлично получается. Причем у новичков даже получается отлично со второго раза. С первого раза немножко там тренировочки, а со второго раза вообще классно уже получается. Тут листики как сделать, причем те, кто не был на вебинаре по изготовлению молдов из силикона, тут вообще показано, как сделать двухсторонний молд из силикона собственного производства. Вот. Ну и все полностью, конечно, как собрать. Все в веточку от А до Я. Также вязаная роза из померана. Как вот сделать вот такие вот имитацию именно вязания на лепестках? Можно использовать это не только на розе, но и для тех, опять же, кто занимается куклами. Вот тут изготовление самого молда. И этот молд можно использовать, допустим, для одежки для кукол, допустим, шарфики, свитера там вязаные, юбочки, ну, много-много вариантов тоже. Вот, вот для этого же мышонка, опять же, можно сделать какой-нибудь шарфик вот, с помощью такого молда. Так, веточка сосны, это вот я буквально на днях делала. Как видите, цена небольшая. Тут показано два вида вообще изготовления. Тут получается быстрый способ с помощью клея секундного. И, а я делала без него, совсем без клея. Так что у кого девочки аллергия, само то подходит. Тут совершенно без клея, все отличненько держится. Все гнется, даже гнутся вот эти вот иголочки сами. Ну и, как видите, вид реалистичный так-то получился. Вот. Так. И есть комплект, я специально сделала. Тут различные декоры для букетов, для композиции. Тут четыре вида обработки фоамирана. Абсолютно разные они все, как видите тут. Без каких-либо молдов. Ни молды, ни дыроколы, ничего это не нужно. И также тут показано, как из обрезочков получается сделать. Вот я оставляю даже все маленькие, и все, я это использую полностью. Получается тут раз, два, три, шесть видов тут декора. Шесть штучек разных. Четыре мастер-класса и абсолютно разные. Вот. Ну, все это я рассказала. Тут уже сами смотрите, что брать, что не брать. Так. Так, сейчас вернусь. Забыла нажать кнопочку. Котомочку ему в руки и вместо мешковины. Нет, тут вариантов. Нет, вот с одной стороны, единственное, плохо, конечно, что следующий год это не год мыши там или кто там у нас идет. Вот мыши же есть, насколько я помню. Вот. Ну вот захотелось мне именно такого мышонка. Ну, приснился он мне. И именно захотелось поделиться, как его еще и делать. Так что вариантов вообще вот как раз с таким мышонком развитие фантазии. И причем его можно делать вместе с детьми. Делайте. Легко и просто. Ой, ну как, не совсем, конечно, легко и просто. Но детям, мне кажется, будет интересно вот эти все нюансики проделывать.
вместе. И он, кстати, очень легкий. Я вот того отправляла, у меня получилось вместе с коробочкой. У меня, я вот сделала такую жесткую коробочку маленькую, буквально небольшая совсем была. Внутри я постелила пупырчатую пленку, вот эту вот, которую прикольно вот давить. Вот. И вот туда усадила, ну там я еще подарочек добавила. И то вместе с подарочком. Вот этот мышонок вместе с коробкой. Плюс еще упаковка еще сверху была. У меня вышел 26 грамм. Так что вот этот вот мышь, грамм 15 всего весит. Вообще вот тут. Вот. И видите, что с ним можно делать? Вот тут что? Можете кидать. Ну, пинать, конечно, жалко его будет. Ничего не делается. Классно. Так, ну что, объявляю сегодняшнего победителя. Никто не расходимся. Так, так-так-та-там, та-дам. Кстати, сегодня Людмилы почему-то нету. А, она же говорила, что она в дороге, поэтому... Она, я уже привыкла, что она всегда на моих вебинарах участвует, сегодня ее нету. Так. Итак, победителя объявляю. Вот даже могу показать мою каляку-маляку. Вот такой у меня почерк. А, Людмила... Сейчас правильно бы прочитать, потому что я записала правильно-неправильно. Хохлашева или Хохлашова, не знаю как. Как правильно... Вот, вот как раз вы написали. Ага. Так, захожу на вашу страничку. Отправляю вам взять товарищи. Вы у меня нету. Вот. Я вас добавила в друзья. Напишите мне в личные сообщения. И с вами определимся, какой мастер-класс вы хотите получить. Не только из тех, которые представлены, а из... Те, которые больше 150, которые у меня есть вообще, вообще всех. Из всех, которые состоялись уже вообще. Вот. Вот видите, кто активничал. Я просто смотрю вопросики, кто задает, кто по теме задает, что-то интересное пишет. Вот. Даже не по количеству я смотрела, сколько, а именно по вопросам, какие интересные были, по активности. Но мышь, я думаю, классный все-таки получился. Совершенно другой, не как тот. Мне даже не братья, с разных пометок. Так что, девочки, жду ваших обязательно мышей всех. Которые наделаете, обязательно отправляйте. Интересно же, потому что ни у кого одинаковых все равно не будет. Ну все, девочки, со всеми прощаюсь. Я и так на почти на час больше, чем обычно. Чем должно быть, вернее. Ну вот, вот такой мышц все-таки. Надо уж все нюансы доделать. У нас книжка много, видите, времени отняла. Так что вот получился вот такой мышц. Так, давайте буквально одну минуту, я еще жду вопросы, будут, не будут. Если не будет, то я со всеми прощаюсь и все. Мне еще надо придумать, что сделать с книжкой, потому что все равно вот так чисто желтенькая, такая некрасивая. Надо что-то придумать. Можно, в принципе, что-нибудь наклеить. Картинку какую-нибудь. Если картинку наклеивать, нужно покрывать лаком тогда. Лаком как-то покрывать не очень хочется. Так, ну вопросов нету. Ну все тогда, девочки. Всем пока-пока. До новых встреч. Это уже получается. Так, сегодня что у нас 13-е. Только лебедь будет, а так еще это. В этом году у меня только закрытые мастер-вебинары остаются. Открытых уже больше нету. Так что только закрытые остались. Ну, тут осталось до Нового года 2 недели всего. Так что. Всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо огромное, Елена, за замечательный мастер-класс. Я думаю, что все, кто сегодня был, получил массу удовольствия. И завтра обязательно
повторит и сделает своих мышек в любом варианте, который сегодня было очень множество в чате предложено. Ну, а мне остается только напомнить вам о том, как можно сделать заказ и как вообще, в принципе, познакомиться более подробно с теми предложениями, которые для нас сегодня подготовила Елена. Итак, баннер, по которому вы можете пройти, находится под видео. Вот как раз на нем изображен кустик малинки, о которых тоже Елена уже рассказывала. Если вдруг он у вас не кликабелен, этот баннер, пожалуйста, обновите свою страничку. И после этого вы сможете по нему пройти. Давайте я покажу, как это сделать. Кликаем по баннеру и попадаем на страницу, где представлены все мастер-классы, которые мы сегодня вам предлагаем. И, конечно же, это мастер-класс «Кустики малины в смешанной технике». Продолжительность этого мастер-класса почти 2 часа, и вы получите аппетитные веточки малины для украшений или для любых интерьерных композиций. Конечно же, как всегда в мастер-классах Елены, это подробное описание всего процесса создания таких аппетитных веточек малины. Вы сделаете двусторонний молд для листиков и изготовите по нему сами листики малины. Вы сможете сделать как спелые ягоды, так и зеленые с налетом, как это бывает в реальной жизни. И эти ягодки малины будут из силикона. Сделайте цветочки без применения специальных тычинок и соберете и листики, и ягодки в сборку. Сделайте сборку, полную веточку. И, конечно, как всегда, Елена дает полный перечень материалов и подручных средств, которые всегда есть в каждом доме, на них не нужно тратиться, и вы сможете их использовать в своей работе. Сделали мы очень хорошую скидку сегодня на этот мастер-класс для участников марафона, всего 570 рублей. Второй мастер-класс – это вязаная роза из фоамирана для тех, кто любит фактуры всевозможные использовать при работе с фоамираном, вы сможете сделать теплую, уютную розу с эффектом ручной вязки. Продолжительность видео 1 час 11 минут. И можно будет такую розу использовать как украшение для волос или как аксессуар на одежде. Стоимость этого мастер-класса 430 рублей. Совершенно новый мастер-класс «Веточка сосны из фоамирана». Очень кстати будет перед Новым годом сделать такую веточку и порадовать и себя, и, возможно, своих родных, украшая подарки такой веточкой или использовать в составе композиции. Продолжительность видео 31 минута. И чем хороший этот мастер-класс? Тем, что если вдруг у вас есть какая-то аллергия на клей, то Елена показывает здесь один из способов – это как сделать такую веточку совершенно без клея. Второй способ будет с клеем, и он позволяет вам сделать такую веточку очень-очень быстро. Стоимость мастер-класса всего 220 рублей. И последний – это комплект «Декоративные элементы из фоамирана». В этот комплект входят 4 мастер-класса. Общая продолжительность всех видео – 2 часа 10 минут. И, как вы понимаете, такие декоративные элементы, они очень оживляют любую интерьерную композицию и эффектно ее дополняют. Какие мастер-классы входят в этот комплект? Это декоративные веточки и шарики, которые вы сделаете без дырокола, декоративные веточки из обрезков фоамирана, что очень кстати, потому что всегда остаются какие-то небольшие обрезочки, выбросить жалко, а использовать вроде бы некуда. Вот как раз Елена и поделится своим секретом о том, как она использует обрезки фоамирана. Еще один мастер-класс по декоративным веточкам и мастер-класс по декоративной зелени. Каждый мастер-класс, он отличается друг от друга, потому что там есть изготовление отдельных элементов декора, которые отличаются в каждом мастер-классе. Это обработка и тонировка фоамирана, которые тоже не повторяются из мастер-класса в мастер-класс. И, конечно же, будет сборка готового изделия для того, чтобы вы получили именно тот результат, который заявлен. Специальная цена для участников – 870 рублей. И после того, как вы выберете, какой же мастер-класс или, может быть, несколько мастер-классов вы хотите заказать,
Сделать заказ очень просто. Давайте я вам сейчас это покажу. Например, я выбрала комплект декоративные элементы из Фоамирана. И для того, чтобы сделать заказ, мне нужно кликнуть на кнопку «Заказать». Кликаю на кнопку и попадаю на страницу, где мне нужно оформить заказ. Здесь я вижу состав своего заказа, в частности, декоративные элементы, комплект видеомастер-классов, его стоимость 870 рублей. И если я спущусь чуть ниже, я увижу форму, в которой мне нужно заполнить три поля. В первом поле заполняю свое имя, во втором поле заполняю свой email. Пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к заполнению именно этого поля, потому что от этого зависит, насколько оперативно мы сможем выслать вам ссылочки на оплаченные мастер-классы. И в третьем поле заполняем свой телефон. Обратите внимание, что здесь мы заполняем только цифры, без пробелов и без плюсика. Плюсик у нас с вами уже в форме предусмотрен. И после того, как вы заполните все три поля этой формы, кликаем на зеленую кнопку «Оформить заказ». Здесь мы попадаем на страницу, где есть ссылка на реквизиты, по которым вы можете сделать оплату. И всего на проекте действуют 7 способов оплаты, которые подходят для переводов из любой точки России и из других стран. Самый распространенный для жителей России – это перечисление на карту Сбербанка. На нашем проекте действуют 2 карты, поэтому, пожалуйста, можете выбрать абсолютно любую. Если у вас есть онлайн-кабинет в Сбербанке, то, пожалуйста, вы можете перечислить абсолютно без всяких комиссий на наш Яндекс.Кошелек. И, конечно же, вы на него можете перечислить в том случае, если у вас есть свой собственный Яндекс.Кошелек. Реквизиты, номер кошелька вы видите в этом документе. Если вам удобнее оплачивать на счет Киви, то здесь вы найдете номер нашего счета, а также небольшую инструкцию о том, как оплатить через терминал Киви. И если у вас есть WebMoney кошелек, то вы можете оплатить на наш рублевый WebMoney кошелек. Если же вы живете за границей, то для вас будет удобнее перечислить нам деньги через системы «Золотая корона», «Western Union» и PayPal. Реквизиты вы здесь видите. Также эти реквизиты подходят, если вы захотите перечислить через системы «Контакт», «Калибри» или «Юнистрим». Огромная к вам просьба, как только вы оплатите, каким бы способом вы это ни сделали, пожалуйста, пришлите нам копию платежных документов. Это может быть скан или фото чека, скриншот экрана и, конечно же, это номера переводов, если вы перечисляете через платежные системы «Золотая корона», «Western Union», «Контакт», «Калибри», «Юнистрим». Адреса, куда вы можете отправить подтверждение своей оплаты, вы также видите в этом документе. fin@klaptvsreda.ru – это финансовая служба проекта, и tvsreda24@yandex.ru – это администратор интернет-магазина. Как только мы получим подтверждение вашего платежа, мы сразу же высылаем вам ссылки на те мастер-классы, которые вы оплатили. Ну что ж, о том, как сделать заказ и как его оплатить, я вам рассказала. На сегодня у меня информация вся. Единственное, что мне осталось сделать перед тем, как попрощаться с вами, это напомнить вам о том, что завтра в 19:00 мы встречаемся со Светланой Озерской, мастером, которая занимается изготовлением домашней косметики. И завтра мы с вами поговорим о королеве косметики Петрушке и о том, какие кремы можно сделать в преддверии Нового года, для того, чтобы в новогоднюю ночь и не только в нее выглядеть самой красивой, самой обаятельной и привлекательной. Ну, а сейчас для тех, у кого еще не очень поздний вечер, я желаю... Лариса, удачи. Можно еще? Да, Елена, что вы хотите? Я не допоказала, знаете как, я думаю, будут вопросы по поводу этого. Как сделать игрушку все-таки из елочную или хорошо. Белок? Точно так же, как мы делали хвостик, прикрепляли, делаем, ну вот можно из розовой также вот сделать петельку, вот сюда делаем дырочку в головку и на клей садим. Все. Чтобы просто не было лишних вопросов, чтобы каждый не задавал отдельно. Хорошо. Спасибо огромное за дополнение. Итак, я прощаюсь с вами. До завтра. Завтра в 19:00 у нас новая встреча.
встречи. Всего вам доброго. До свидания.